к другим темам. 70 лет на борьбе с тяжелым недугом. Областная онкологическая больница отмечает юбилей. Бороться с раком в России начали еще в 1945-м. Год спустя в Ярославле появился первый онкологический диспансер, рассчитанный всего на 15 коек. Сейчас в распоряжении врачей новейшее оборудование и методики. Вот только принципы лечения более чем за полвека не изменились. Главное – ранняя диагностика рака. Здесь сегодня работает коллектив профессионалов. И то, что эта больница включена в перечень важнейших учреждений здравоохранения Российской Федерации, говорит о многом. Мы, естественно, со своей стороны всячески помогаем больнице, поощряя их общение с точки зрения проведения форумов эндоскопических. Ну и, соответственно, вместе стараемся решать вопрос укрепления материально-технической базы. Как то реализация проекта строительства корпуса, нового корпуса для онкологической больницы, ну, который мы намереваемся вместе с Министерством здравоохранения реализовать в ближайший год.